А теперь новость для тех, кто еще не знает, как провести эти выходные. В краевой центр приехал легендарный цирк Тамерлана Нугзарова. Он знаменит на весь мир своими невероятно конно-акробатическими номерами, роскошными костюмами и завораживающей атмосферой гор. В эти выходные ставропольцев ждет премьерное выступление. Сейчас у артистов идут последние приготовления. Посетители смогут увидеть уникальное шоу. На арене будут задействованы сразу 18 лошадей. Ставрополь вообще создан для, знаете, для конных жанров. Потому что вокруг здесь, вокруг вас лошадей много, я везде ездил, да. Все-таки здесь люди были ближе к лошадям, и казаки здесь есть. А самое главное, казачки у вас такие добрые, сильные, хорошие. Вот, мне кажется, что мы сюда привезли очень хороший спектакль. 19 лошадей, 18 лошадей одновременно здесь будут скакать. У нас прекрасные клоуны, у нас прекрасные воздушные гимнасты.